Ребята, всем привет, с вами Александр, мы в гостевом аккаунте, и у нас тут кое-что построилось, и да, это у нас построилась Саламандра 16, то я, наверное, у себя в аккаунте еще не построил, или построил, короче, ну, неважно, в общем, там, покажу, а то, может, кто не видел, такой вот у нас босс, like a boss, да, ну, и тут остальные у меня, аллея боссов. Так сказать. Так, ну а сегодня у нас предстоит тоже парочка интересных боев. Давайте заглянем, что у нас есть. Так, этот турнир я у себя в аккаунте уже проходил. Ну, здесь разные существа. У меня было пожестче. У меня были хищники с по 20 тысяч жизней. Да. А вот здесь есть еще такой турнир. То есть я у себя его пройти пока что не могу, потому что только вчера прошел вот тот турнир, и у меня самые сильные заняты. Но у меня вот этот турнир у всех, наверное, одинаковый. Ну, то есть у меня он точно такой же. То есть три пахигалозавра вот такого вот уровня. Ну, их легко порвут три индораптора. Давайте как бы так и пойдем. Интересно, они будут три раза по три? Я, в принципе, не против. Я настроен посражаться. Дело в том, что у него сейчас будет еще раз два, а я этих два выдержу. Мы знаем, что там он пятерочку снимает, у нас останется 100 хелсов как минимум. Так, раз, два, три, четыре. Так, идеальное пробитие. Вообще хотелось бы, наверное, взять бы три, например, Юдона. Но у нас тут нету Юдонов. Надо, чтобы в этом аккаунте тоже были... Три Юдона, там три Синоцератопса. Было бы неплохо. Правда? Давайте еще четыре. Вообще отлично. Так, у него что? Четыре. Атака на один. Ну, это что, смертный приговор? У него три, у нас шесть. Да. Как-то по изи чего оказалось. Хотя я бы победил. Я бы пахигалозаврами разобрал бы троих индорапторов. Без проблем. Так. Давайте глянем дальше. Да, 3-3-3. Давайте теперь посмотрим, что у нас тут еще есть. Вот я, блин, нету Юдона. Вот при Атродоне не разберут их. Ну, потому что жизни в два раза больше. Два-два. Ну, не знаю, давайте попробуем. Вряд ли, как бы, слишком разница по жизни трехкратная. Сила удара практически такая же. А вот по жизни... Разница очень большая. Двоих я, конечно, заберу. Ну а третий вряд ли. Так, хотя вот он как-то глупо себя ведет. До этого сейчас мы пробьем. Блин, ну все шесть пришлось потратить. Это плохо для нас очень. То есть как бы, ну, бессмысленная была вот эта штука. То есть мы полностью открылись, он нас атакует на 2 и все. И я как бы сейчас потеряю, скорее всего, и следующего. Потому что от 6 баллов, которые у него сейчас будут, я как бы защищаться бессмысленно. То есть я бы мог защититься, да. Но вот у него, вот как видите, 5, он бы меня, ну, вот пробил бы. Ну, тут все сейчас решается. И, то есть у него будет... Если у меня в защите останется меньше 2 баллов, то как бы все. Вот. Раз, два. И один. То есть, в принципе, можем мы, ребята, пройти. Почему я сделал так? Это, подождите, у него что, 1 балл, да? Я только что накидывал 1 балл лишний. Нет, все нормально. Давай, атакуй. И мы победили, представляете себе? Мы прошли.
Вообще не ожидал. Три приатродона завалили три пахигалозавра, при том, что у них в жизни там намного было больше. Вот, и идеально, вот все, ну это было как бы это мастер-класс, короче, ну можно себя похвалить, потому что все, вот один балл, вот вправо-влево, малейшая ошибка, и я бы здесь не победил. Вот видите, 15 тысяч не хватает, нужно все баллы, последний балл сделать, чтобы пробить его. То есть это было такое вот на грани фантастики. Бой на грани фантастики. Ну, прикольно, ну тем и слаще победа. Чем она сложнее, тем она слаще. Так. Что у нас теперь? Взять вот так вот. Юдон Индораптор Серозинозавр, например. Или взять вот что-то другое. Вот такое можно взять. Ну, я, в принципе, могу рисковать, да? Потому что даже если мы проиграем, будет интересней. Так что это как бы нас вообще никак не печалит. Так, ну здесь он бьет нас, конечно, не больно. Это радует. Посмотрим, что у нас получится. Ну, давайте сделаю так. Поставлю в защиту 2. Он, думаю, хотя бы на 1... А, блин, 3 балла. Атакует на 1. У него 2 осталось. Как-то нехорошо. Это нехорошо. Потому что не хочу. Я слишком много баллов. Я потеряю 4 балла, если вот его бы сейчас атаковал. Вот. А вот это вот идеально. Вот это идеально было. Так лучше, ребята. Потому что тогда бы мне пришлось 2 балла накидывать сверху с учетом защиты. И еще 2 балла ставить минимум в защиту дополнительных. Потому что если он на обратную ситуацию, если он не поставил их в защиту. Короче. Вот так вот. И вот так вот. На самом деле мне лучше сейчас подмениться на эрлифозавра, например. Если он атакует, я его пробиваю. Но если он атакует, я имею в виду на сколь-нибудь более вменяемое число. Ну, давайте, чисто для вас. Просто не хочу... Ну, Горгазух прикольный. Но если выживем, то выживем. Не, ну 3 как раз. Не выжили. Ну, тогда сейчас я эрликом завалю одного. Я бы мог... Горгазухом было бы даже надежнее, наверное. Представляете себе, 5 баллов приходится бить. Ну, и Дарвиноптером тоже придется бить минимум на 5. То есть, ну, мы запомнили, что нам нужно 5 баллов. И что сейчас сделает он? Он может нас пробить как раз на 4. Он ничего не сделал. Я тогда делаю 3 и 4. То есть, ну, как бы, может, его немного покоцаю. Уже будет легче. И все-таки постараюсь Птеродоустра его пробить. Я Дарвиноптера его назвал. Птеродоустра, конечно же. Вот, он на 5 атакует. Этого более чем достаточно для нас. То есть, мы сейчас легко разберемся. У него там 1 балл остался. Вот. Давай, птичка, пеликанчик мой. Ну, у него такая вот клюк, как сумка у пеликана. Ну, чё, прекрасные бои, ребята. Мне понравилось. Хорошо зашло. Ну, награда, конечно, ради такой награды стараться не стоит. Такой бой ради такой награды, это ни о чем. Если бы тут 10 тысяч давали, как бы гарантированно, то можно было бы сражаться. А так, за такую вот фигню оно того не стоит. Оно того, ребята, не стоит. Так, тут я себя без нокаута
Ну, это легкий такой бой здесь, как бы. Справится кто угодно. А ну-ка, интересно. Сигназух. Один может справиться. Ну, для подстраховки давайте возьмем еще птичку одну. Так, как... Как вишенка на торте. О, да, справится. Ё-мо, удар 4600. Ну, я просто специально взял травоядного. Вот тут у нас хищники два. Чтобы было поинтереснее. Пробить они могут, без проблем. То есть они вот могут накопиться. Вот Димитр. Тирекс может и пробить. У Тирекса 600, сейчас будет 800, 900 даже. О, он, наверное, пробьет, да? Да, смотрите, Тирекс пробивает. Но я лишний балл потратил. Как раз, один балл все решил. А правда, зачем я взял второго? Ну, ладно, это было так. Неважно. То есть мы этот бой легко можем пройти, просто хочется как-то поинтереснее его пройти. Один пахиголозавр. Не, ну это слишком легко, конечно. Пахиголозавра они не пробьют вообще никак. Ну, здесь надо тупо жать на клавишу атаки, и все будет в шоколаде. Не сбавлять темп, так сказать. Ну, ни при каких обстоятельствах. Бонуса уже для них нет. Ну, никак они не пробьют. Даже одного удара не хватает. И Рекс не выдержит. У Рекса же тоже жизни мало. Так, ну, Рекс, может, ты хоть перед смертью проатакуешь? Ну, молодец. Ну, в общем-то, вот так вот мы тут разобрались с вами для заминочки. Так что, если вам понравились наших особенно первых три боя, не забудьте поставить жирный лайк. А я на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч.